тяжелое время, как сейчас у нас наступило, мы должны понимать, что мы должны спасать не только людей, но и животных и насекомых. Поэтому я вот сегодня сделал целую серию миниатюрных масок для того, чтобы только привлечь ваше внимание, для того, чтобы заниматься и тем, чтобы спасать нужно и насекомых, то есть не забывать о них.